новая блокчейн-платформа для управления цепями поставок. Согласно пресс-релизу Mizuho японской финансовой группы, в союзе с корпорацией Hitachi будут проведены испытания системы, основанной на Hyperledger, для выявления потенциала применения блокчейна в учете заказов, счетов фактур и других данных. Представители компании утверждают, что в итоге каждое действие будет переведено в распределенный реестр. К информации сможет получить доступ каждый сотрудник. Вследствие этого большинство действий оптимизируется, а операция обработки заказов станет более открытой. Система будет протестирована на IoT-платформе Lumada для оптимизации операций по сбору данных и создания новых коммерческих продуктов.